Здравствуйте! Приветствую вас на канале «Горячая новость». Жизнь в Красноярске становится все сложнее. Режим черного неба. Красноярск сегодня. Друзья, при всей моей любви к прекрасному городу Красноярску, вынужден вам сообщить, что Красноярск уже не тот прекрасный город с чистым воздухом и множеством фонтанов. Теперь это город, из которого бегут люди, так как жить там, мягко говоря, сложновато. И от этих сложностей не спрячешься за толстыми бетонными стенами своей многоэтажки. Это воздух, и он везде. Речь идет не о незначительном превышении вредных веществ, теперь все по-взрослому. Красноярск занял первое место по загрязнению того, чем его жителям приходится дышать. 17 февраля Красноярск оказался в лидерах мирового рейтинга сайта мониторинга воздуха. С утра видимость из-за смога доходила до нулевой. Заводы и предприятия работают в обычном режиме, а ветра для разгона выбросов из-за перемены погоды не было. Красноярск занял первое место, обогнав с большим отрывом такие страны, как Индия, Бангладеш, Монголия и Таиланд. Первое место наше. Но только это не то первое место, которым нужно хвалиться. Возможно, поэтому данную информацию не пускают ни по одному федеральному СМИ. Естественно, властям не хочется, чтобы об этом кто-то знал, кроме того миллиона человек, которые живут в этом великом городе. Да, друзья, Красноярск – это город-миллионник. Власти всячески пытаются замолчать и скрыть эту проблему. Это проблема не одного года. И все это время люди жаловались, что им некомфортно жить в таких условиях, но властям на это чихать. Заводы как дымили, так и дымят, принося баснословные деньги олигархам. Никто ничего не делает. Власти только надеются на ветер, который придет и разгонит этот смог. Я же в свою очередь всем напомню, что Красноярск – это не закрытая банка, проблемы которой остаются только там и должны волновать только тех людей, которые живут здесь. Нет, это так не работает. Представьте, пришел ветер и утащил смог из Красноярска. Это, конечно, хорошо, но ведь он утащил его куда-то. К примеру, в Ачинск. Конечно, до туда долетит уже не так много. Часть рассеется по дороге и осядет на какие-нибудь деревушки, но часть долетит. Только Ачинску бы оно тоже не особо надо. Там свой глиноземный комбинат, на трубах которого тоже нет никаких фильтров и который тоже вносит изюминку в жизнь своих жителей. А уж вся эта смесь полетит дальше. Красноярск находится почти в центре нашей родины, не где-то там далеко, и все это дело в какой-то степени достанется и нам. Так что выражение «моя хата с краю» тут не работает. Делитесь этим видео с друзьями, об этом должны узнать как можно больше людей. Ставьте лайки, пишите комментарии, тем самым вы помогаете видео подняться в топы. Подписывайтесь на канал и помните, вместе мы сила.